Привет, друзья! Сегодня у нас гонка, но не простая, а можно сказать социальный эксперимент. Мы будем ехать от метро Теремки до Южного вокзала с блогером «Корреспондент метро». Значит, ссылка будет в описании. Итак, поехали. Ребята, по коням. Все, по коням. Всем хорошего настроения. Пока. Блин, тут очередь даже. Как всегда пробки. Ну что за езда, блин? Одни пробки. Вот же наш поезд. Сядем. Все места есть. Итак, друзья, значит, какой маршрут я выбрал? Еду по окружной, потом на Жулянском мосту поворачиваю направо и на Воздухофлотский, ну и там на вокзал съезжаем. Нам еще придется парковку искать, там же не поставишь машину где-нибудь. Вот, ну едем, смотрим, дорога пока загружена средняя, надеюсь, мы успеем первые приехать. Киевский трафик, он такой сложный, конечно, но с другой стороны, сегодня выходной, поэтому машин меньше, поэтому у нас есть шанс выиграть. Пожалуйста, тормози, тормози давай, тормози. Блін, туди треба було йти, в ці двері. Нарешті. Сонечко, давай. І потихеньку піднімаємось наверх. Кстати, проїжджаємо возле аэропорта Жуляны. Подъезжаем к Севастопольской площади. Сейчас посмотрим. По-моему, трафик тут нормальный. Главное въехать куда надо. Я же давно уже не ездил. Так. Короче, на машине классно ехать, особенно когда выходной. Едешь одно удовольствие. Так что я рекомендую передвижение на машине. Ну, конечно, Миша будет рекомендовать метро. Но я представляю, если бы он с чемоданом был. Язык на плечо и вперед. А тут в тепле, в добре. Итак, друзья, мы уже приближаемся на финишную прямую. Мы доехали очень быстро. Сейчас будем искать место для парковки. Ну вот уже на горизонте появился этот наш вокзал. Сейчас будем парковаться и искать Мишу. Точнее, ждать будем. Короче, я немного там это прошляпил пару мест парковочных. Но чтобы не разворачиваться, я уже заехал в переднюю, ну, первую попавшуюся, как говорится, заезд и тут встал. Сейчас пойдем их искать. Довольно-таки далеко нам еще идти. Но им тоже далеко. Сейчас посмотрим, насколько мы опередили метро.
Так, короче, мы уже подошли к вестибюлю, входу. Здесь никого нет. Значит, что у нас по времени? Смотрим. Чтобы все было объективно. 13:16. Будем ждать. Это, конечно, жесть. Одновременно. Молодцы. Итак, друзья, не столь важно, кто первый приехал. Главное, что мы получили удовольствие от съемки, а вы от просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего хорошего. Теперь пойдем в Макдональдс пожрем.